Пана Ямиль. Вот Ямиль. Меня Гюнлин дал. Я привезла тебе сестру. Оксана, это Ямиль. Красивое имя. Оксана, я шаган. Там, откуда приехала Оксана, не говорят по-башкирски. На, кушай. Смотри. Меня Ямиль. Я Ямиль. А ты? Оксана. Что же мне с тобой делать, сестренка? Ведь наш папа Оксану на войне нашел. Громкие звуки и выстрелы напоминают. Мам, а наш папа много подвигов совершил. Много, сынок, много. А ты думаешь, я заплачу? За папу! Мы с Маратом на войну уходим. На фронт? А почему папа письма не пишет? Я больше никогда не оставлю Оксану одну. Эй, пожи, сдавайся, хэндахом! Я не хотела, чтобы ты увидел войну. Вот ты какая, моя сестренка.